А ты сбросишь мне денег? А то у меня совсем туго. А, у тебя тоже нет. Папуль, я тебе потом перезвоню. Офигеть! Это что такое? Это деньги! Я должна поступить с ними по-честному. Коза купила такой же блеск, как у меня! Неправда! У меня давно такой был! Я сейчас позвоню вашим родителям! Тишина! Зарель! Что такое? Я-то не дам! Я тут деньги сняты! Зачем потом? А у меня миллион! И я не знаю, кому его сдать, чтобы все было по-честному! То, что у тебя миллион долгов, что ли? Сдать все! У меня в мешке миллион баксов! Миссис Ариэль, ну помогите! Хватит фигню нести! Какой миллион баксов? Иди отсюда, Кэти! Верни блеск в магазин! Достали! Стоп! Все, кто не сдал домашку, всем Ну, миссис Ариэль! Это частная школа! И вы обязаны сдавать домашние задания! Извините за опоздание. Еще раз ты придешь не вовремя, я тебя выгоню со школы! Начинаем новую тему. Ура! Я миллионерша! Самая богатая девчонка! Офигеть! Еще и самая любимая мороженое! Дворецкий, можешь брать денег сколько хочешь! Моя подружка миллионер! Нет, так нельзя. Это не мои деньги. Я сама заработаю их. А эти я лучше помогу кому-то. Ой, Кисси, ты опять меня врезалась! Ну, прости! А это что такое? Зачем тебе подушки? Короче, я твоей залила соком. Что? Где подушки? А на мусорке выкинула их. Ты офигела, Ева! Там миллион долларов! Какой миллион? Я нашла кучу денег возле школы и в подушку их спрятала. Бабки прятать в подушку? Ты тупица! Неплохо. Ужас! Ты куда? Спасай твой миллион! Подожди, я с тобой! Лакшери подушки. Давай. Мои подушки! Мой миллион! Ты чё орёшь? Эй вы, вонючки! А ну вот эти подушки, они наши! Да сейчас, мы их нашли и делаем с ними, что хотим. Значит так, моя подруга каратистка, и она вам сейчас покажет! Быстро гоните подушки! И я тоже бывшая каратистка! Драка! Уйди отсюда! Кисси, задержи! Я заберу подушки! Кисси, бежим! Мы вам наваляем! Так, нужно вернуть деньги. Ну вот только кому? Эй, подруга! Садись, прокачу! Ева, откуда у тебя машина? Ты что, ее угнала? Да я взяла чуточку с миллионой. Купила нам подарок прямо с салона. Кто тебе разрешал? Это не наши деньги.
Деньги наши, а машина наша. Мы теперь такие крутые. Быстро верни эту машину, а деньги обратно в подушку. Ну, Кисин, ну ты посмотри, какая она крутая. Хватит, верни машину в салон. Капец, и почему этот миллион нашла ты, а не я? Это что такое? Кто меня тащит? Еще одно слово, и тебе конец. Отпустите, я ни в чем не виноват. Значит, слушай сюда. Бандиты! Да как ты достал? Короче, у нас есть дело. Так как ты наш бывший соучастник, поможешь нам вернуть бабки. Я таким больше не занимаюсь. Я больше не преступник. Мы тебя не спрашиваем. Кто-то из твоей школы украл наш миллион. И ты их вернешь. Или взлетишь наверх. Понял? Хорошо, я все сделаю. Я найду, кто украл бабки. У тебя есть день. Жизнь прекрасна, когда подруга миллионерша. Гори! Не жарко! Я тут. Ты что, забыл, как я просила меня называть? Да. О, великая госпожа Ева, я готов к вашим приказам. А что тут такое? Ева! Кити, ты чё орёшь? Кто это? Это мой дворецкий, ну и твой тоже. Я наняла его за наши деньги. Офигеть! Кто разрешал трогать деньги? Я тебя прибью, а ты пошел вон! Кеси, что тут такого? Еще раз ты что-то закажешь или купишь? Здравствуйте, доставка техники. Ева! Это не мое, честно, там, наверное, же получатель другой. Вот вся техника и золотой унитаз на имя Ева, правильно? Ну иди сюда! Ну, ты посмотри, какой крутой унитаз! Не, ну, класс! Супер! Ева, еще раз ты что-то закажешь, я перепрячу деньги. Кто же украл этот миллион? Как мне его найти? А может, это Китти? Посмотрим фоточку. Фу, ужас! Губы плохо надула. Еще раз. Не-не-не. Она точно нет. Китти, это капец! Что такое? Зацени обновочку. Новый айфон. Офигеть! Дай посмотрю. Стоп. Откуда у нее айфон? Тина, ты где его взяла? Я что, перед тобой отчитываться должна? Тина, идем, меня пофоткаешь. Пожалуйста, я хочу новые фотки на новый айфон. Ладно, идем. Точно, это она украла бабки и телефон купила. Алло, кажется, я знаю, у кого ваши бабки. Идем в магазин. Ева, я сказала, мы эти деньги тратить не будем. Ну, пожалуйста, Кисечка, давай купим мне яхту, а тебе... Кеды? Что? Ладно, давай купим кофточку и все. Ладно, только одну. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Мне вон ту розовую кофточку с витрины и больше ничего. Хорошо. Стойте. Мне кажется, вон та розовая сумочка будет офигенно смотреться с кофточкой. Стойте. И вот те туфли. Не-не-не. И вон то ожерелье. Несите все. Ева, ты опять? Кисик, такое бывает раз в жизни.
Кэсси, пожалуйста, давай все померяем. Я не выживу без новой кофточки, сумочки, туфелек и ожерелья. Ну как ты мне дорога. Офигеть, теперь мы точно миллионерши. Ну, миленько. Брать будете? Конечно! Моя подруга миллионерша. Ой. Сдачи не надо. Ну, дает. Может, и вправду потратить немножко тех денег? Наконец-то! У моей подруги появились мозги. Ну и где наши охранники? Тут вообще такие звезды пришли. Ой, Ева, не начинай, а! Хорошо, что хавчик уже принесли. Как вкусно. Да уж. Ну, смотри, тут богатый хавчик, налетай. Я пока что в туалет схожу. Ауч. Ой, Найт, сори, я тебя не заметила. Ничего, ты такая красивая. Спасибо. Спасите, я подавилась. А это что за чудо? Ева. Кэсси, может сходим куда-то? Да, давай. Эту тупицу спасу. Где все? Что за безобразие? Он урод! А мы откуда знаем? Самая умная ученица на месте. Очень смешно. Всем стоять! Ой, ну, то есть сидеть. Я отменяю уроки. Ты кто такая, чтобы здесь командовать? Я купила эту школу! Ясно! Откуда деньги, чтобы нашу школу купить? Я миллионерша! Не может быть! Я же сказала! Пошли вон из моей школы! Она моя! Ясно! Я здесь директор! Эй! Ты что делаешь? Пошли вон! Курицы! Давай! Успокойся, бешеная! А теперь ты! Я тебе отомщу за все фиговые оценки! Я уже хочу попонтоваться. Ну и что покажешь? О! Что ты делаешь? Подожди. Это вам подарок от крутых миллионеров. Откуда столько бабок? Это еще не все. Сюрприз! Золотой самолет! Золотой самолет! Офигеть! Ну как вам такое? Лакшери жизнь, видали? Так значит, это правда? Ну да. Я купила школу, а Кэсси этот самолет. Йо-хо! Да, да, да! Мы их сделали! Хватит прыгать! Нужно вернуть деньги в подушку, и самолет тоже нужно вернуть. Ну блин, ну давай хотя бы полетаем. Ладно, ладно, вернем. Но для начала я хочу потусить. Я вам за что деньги плачу, а? Чё за бред вообще? Зачем мы на это согласились? Она обещала нам заплатить 10 тысяч долларов. Ладно. Всем котели за мой счет! По делу за нашу богатую подругу! Чё тут такое?
Ты превратила нашу школу в клуб! Это теперь моя школа! Слушай, а может быть, ты тоже хочешь потусить на вечеринке у миллионеров? Давай с нами! Правда, можно? Давай! Эй, Тина, ты совсем? Танцую все! Да, да, мамуль, все хорошо. Нет, я не плачу, тебе показалось. Ты, главное, выздоравливай. Нэй, ты плачешь? Нет, тебе показалось. Давай пойдем прогуляемся. Не знаю. Слушай, а расскажи мне про свою подругу Еву. Ева? А что тебя интересует? Ну, я слышал, у нее машина появилась. Она богатая? Или родители миллионеры? Откуда бабки? Эй, ты чего? Просто интересно. Так тебе Ева нравится? Все ясно! Стой! Я же пошутил! Просто у меня мама болеет. Думал, может, Ева мне денег одолжит. Мама болеет? Какой ужас! Может, я смогу помочь? Кажется, придется одному. Нейт, я помогу, я обещаю. Блин, ну и где Лям? У Евы, что ли? Ну чё, нашел бабки? Тебе потихоньку нужно начинать жизнь портить. Дайте мне час, прошу. Как думаешь, найдет? У него нет выбора. Ева, вставай! Давай, вставай, быстрее! Ага, сейчас. Где я? Ты у нас в комнате. А как я тут оказалась? Я же только что была на вечеринке. Ой, походу, ты совсем затанцевалась и ничего не помнишь. А можно повторить? Ева, давай вставай. Мне нужно взять деньги. А зачем это? Потом объясню. Тут как раз должно быть 900 тысяч. А, ну, как сказать, там 500 тысяч. Да. Что? А я просто, это, как тебе сказать? Ева! Кто тебе разрешил трогать мои бабки? Ты забыла, что я карате занимаюсь и могу навалять тебе? Они не твои! Тем более! Ты меня достала! Все, я больше с тобой не говорю! И бабки все я забираю! Ну, Кесси, так нечестно! Я лучше помогу тем, кому это нужно! Можно я хотя бы машинку оставлю? Нет! Забудь! Я должна быть миллионершей! Надо все комнаты проверить и найти этот миллион. Нэй, я тебя нашла. Ой, Кесси. А что это за веревка? Ты куда-то лезешь? Да нет, я просто вот шел и вижу веревка. Она не моя. Нейт, а давай присядем? У меня есть для тебя подарок. Ты меня пугаешь. Нейт, я хочу рассказать тебе секрет. И какой же? В общем, я нашла миллион. Я знаю, это звучит как сказка какая-то, но это правда. Ну и где этот миллион? У меня в комнате, в подушках. И я хочу его отдать тебе на лечение мамы. Ого! И вот ключи. Эта машина теперь твоя. Ты можешь поехать и помочь родным. Кисси, спасибо. Ты такая хорошая. Как мне тебя отблагодарить? Ну, можем сходить на свидание. Настоящее. Ты мне нравишься. Как ты на это смотришь, а? Кисси, короче, спасибо за подарок, но я откажусь. Мы не можем быть вместе. Стой! Нейт, ты куда? Кисси? Что такое? Что случилось?
Я больше не верю в любовь. Кесечка. Все, берем бабки и едем к океану. О, ура! Такая мне подруга больше нравится. Так, а где бабки? Или тут? Ева, их тут нет. Не может быть. Это ты их забрала? Признавайся! Нет, я их не брала, честно! А куда они могли? Признавайся! Или тебе конец? Прости, Кесси, но 500 000 мне дороже, чем ты. И правильно, что сказала, где бабки. Повелась на историю про маму. И бабки теперь у меня. Нэй, верни бабки! Нэй, хватай его! Блин, спалили! Иди сюда! Отдай! Мне нужнее! Сейчас! У тебя нога 47-го размера! Ой, мама! О, Тиночка! Привет! Я неудачница! Вот это у нас! Блин, я так давно не ела. Фу, Тина, мы не для этого сюда пришли. Нам нужно найти новый хлам для гаражной распродажи. Уже не надо. Кила и ее друзья мне все испортили. Я тоже хочу есть. Отдай! Вот негодяи. А за эту жвачку нам что-то дадут? Ай! Ай! Ты совсем что ли? Кому нужна пожеванная жвачка? А что, если придумать какую-нибудь историю? Что, например, эта жвачка певца Дилана? А это трусы Дилана. Эй, отдай, я первый их нашел. Точно. Отдай. Нужно нашим вещам придумать интересные истории. И тогда их будут покупать. Лузеры. Посмотрим, как вы это продадите. Отдай трусы. Нет. Ай. Нифига себе. Тина. Ща иду. Тина. Так, нужно сматываться отсюда. Ну все, теперь мы точно станем миллионерами. Да! Ну, лакушка-то, Тина. Как я вам? Вау, Заюш, это очень гламурно. У меня есть кое-что покруче. Ребята, а хотите увидеть настоящий вынос мозга? Тогда смотрите эту серию до конца. Вы будете просто в шоке. Эй, Ева, так что там с Тиной? Точно. Хочется еще как-то унизить эту беднячку. Так продай больше, чем она. Устрой челлендж, ну. Ага. Точно. Хай, подписчики. Я объявляю новый секретный хайповый челлендж. Кто в теме, ставьте лайки. Я знала, что это сработает. А что за челлендж? Я надену столько брендовых вещей, что все забудут про бомжатскую распродажу Тины. Зак, любимый! А где ты был? Да так, гулял. А что? Короче, мы решили сорвать Тине распродажу. Что? Сорвать? Тебе что-то не нравится? Ты имеешь что-то против? Нет, нет, нет. Ты что, любимая, я такого не говорил. Вот и славно. Мы утрём нас этой дури. Блин, и что теперь делать? Этой фишкой сам певец Дилан играл в казино. Когда уронил ее под стол, придумал свой главный хит. Без тебя я никто. Я хочу, я очень хочу. Офигеть, она такая умная. Историю такую интересную придумала. Я даже поверил.
А певца Дилана я знаю. Песни у него прикольные. Он даже чутка на меня похож. Ну, узнаю же, он же стрёмный. Ты красивый. Эй, ты чё встал? Ты мне вообще помогать будешь? Конечно, буду. Распродажа блогерши Евы. Все подходите сюда. Девушка, я должен ей помочь. О, новый челлендж! Кто снимет больше всего одежды с Евы, получит от нее смайлик в директ. Эй, вы что творите? Хоть что-то мне оставьте! Зак! Вот гадина, я тебе еще отомщу! Тина, прости, что так все вышло. Зак, ты идешь? Зак! Да, любимая, идем. Тина, я не должен был так поступать! Да пошел ты! Я вас всех ненавижу! Меня чуть не разорвали на куски! Еще и Зак разговаривал с этой бомжихой! Подписчики, пожалейте меня! Наверное, я обидел Еву. Нужно извиниться. Сюрприз! Зак! Ты чего пугаешь? Я из-за тебя телефон уронила! Я просто хотел извиниться. Извиниться? Да ты мне все испортил! Ты еще хочешь быть со мной? Конечно! Так пойди и спорь все этой бедячке! Хорошо, хорошо, только отпусти! Ты хорошо меня услышал? Ага. Ты мне такой сообразительный! Тогда иди и не возвращайся, пока распродажа Тины не будет испорчена, ясно? Хорошо, Ева, я все сделаю. Все складывается просто прекрасно. Подписчики, только вы меня поддерживаете. Сейчас я испорчу распродажи Тине, и все будет как раньше. Приветики. Блин, Тина, ты такая... Какая? Ты такая бесячая! Все, твоей распродаже конец! Отстань! Зачем ты это делаешь? Может, я тебя просто ненавижу? Да, конечно! Ты сам ко мне вечно лезешь! Да отстань ты! Ты себе все надумала! Сейчас я здесь все разнесу, и твоей распродаже конец! Так, стой! Не надо! Я же знаю, что ты не такой! Не такой? Что ж я делаю? Я что, влюбился? Зак, успокойся! Давай спокойно поговорим! Нет, я не влюбился! Я люблю Еву и пришел сюда помочь ей! Тиночка! Да что ж такое? Что я делаю? Отправлю видос Еве. Пусть знает, что я все сделал. Дилан, не крутись! Что там? Вот смотрю. Что? Смотрите! Зак разгромил этой лузерши всю ее помоечную распродажу. Она
наконец-то! Теперь эта бесячка будет знать свое место. Ага. Бегом выставляй видос, чтобы твои подписчики были в шоке. Готово. Всем привет! А вы уже видели новый видос, как мы зачмырили лохушку Тину? Спасибо всем! Я знала, что вы у меня самые лучшие! Ева, а можно нас дело нам показать? Еще чего? Кому вы интересны? Ну все, теперь Тина мне точно не помешает! Девочка, девочка, девочка! Ты сейчас такое увидишь! Ты просто офигеешь! Ага. Что там? Показывайте! Что это такое? Миссис Ева, простите, я испортила ваш портрет! Еще и ты криворукая! Пошла вон! Пошла вон, я сказала! Он предал тебя, говорил, что поможет, а сам ее за руки держит. Сами еще пошли, этого это предатель! Девочка, лапочка, успокойся. Пошли вон. Пошли нафиг все отсюда! Ну, девочка, чего же ты? Уходите! Уходите, полиция, отсюда! Ну все, я отомщу им обоим. Тина заплатит за то, что увела у меня парня. А Зак будет знать, что я не терплю предателей. Тина, прости, что разгромил тебе все. Ничего, я уже привыкла, что богатые меня гнобят. Блин, растаяла. Тина, ты заставила меня задуматься о том, что деньги это не самое главное в мире. Я очень рада, что смогла тебе помочь. Хочешь, я тебе дам почитать свои книги? Конечно, хочу. Мне интересно знать, что ты читаешь. И вообще интересно знать, какая ты. Ой, я тебя испачкала. Так неловко вышло. Давай вытру. Я тебя обнял! Что со мной творится? Зак, ты в порядке? Да, то есть нет! Про наше с тобой общение еле ни слова! Понятно? Пока, Тина! Прости! Блин, Зак, стой! Что я наделала? Из-за меня у него теперь будут проблемы! Зак, милый, привет! Ты такой молодец! Благодаря тебе продажи Тина провалятся! А может, хочешь чаю? Спасибо, я не хочу. Конечно, хочешь. Скажи, ты же точно все испортил Тине? Ну, конечно, все. А еще потом накричал на нее вот так, громко, и ушел, и не попрощался даже. О, какой ты грозный. Если бы не ты, я даже не знаю, что бы делала. Наверное, моя распродажа бы провалилась. И не благодари. Я ж тебя люблю. Ой, а кто это тут у нас запачкался? Сейчас мы все вытрем. Ай, ай, Ева, больно! Ну ты чего, котик? Я же забочусь о тебе. Потерпи немного. Ну все. Прости. Кстати, посмотри, какие вещи я взяла для нашей последней распродажи. Как тебе? Очень красиво. Блин, зачем я ей вру? Она этого не заслуживает. Кстати, передавай привет любительнице шоколада. Пока. Держись, Зак. Игра только начинается. Да пошла эта Тина.
Мы ей помогали, она даже спасибо не сказала. Фу, предательница! Пусть ей Зак помогает! Ю, смотри, это что, бедняки? Дилан, тебе не кажется, что нам нужно их приучить? Кейси, ты что, крейзи? Конечно, нужно! Еще это прямой эфир снять! Что это? Зачем вы на нас напали? Ну, я вам сейчас... Вот. Кейси, наши подписчики пишут, что мы лузеры. Иди уже. Ну уж нет, так не будет. Вот, бейте сами себя. О, бабосики. На, бей сам себя. Ну, себя так себя. Какие лузеры, вы только гляньте. Ну все, хватит! Мы уже поняли, что за деньги вы сделаете все! А что? Деньги все нужны! Вы что-то от нас хотели? Вы нам можете быть полезны. Переходите на нашу сторону, сорвем тени распродажу. И вы получите вознаграждение. Вы согласны? Тем более Тина все равно нас скинула. По рукам. Прекрасно. Теперь Тина останется ни с чем. Тина, привет. Ты что, читаешь? Да. Мы когда с тобой поговорили, я нашел очень интересную книгу про космос. Ого, я так рада за тебя. Только я тут кое-что не понимаю. Поможешь? Угу. Вот, что это такое? Так, смотри. Это карта звездного неба. Это большая медведица, это малая. А эта звезда очень яркая, поэтому тут... Зак, ты чего? Тина, ты такая офигенная. Что я творю? У меня же есть девушка, какой я придурок! Зак, все в порядке. Мы можем это просто забыть. Я не хочу этого забывать, Тиночка. Нет, я... Прости, мне нужно идти. Ева! Зак, стой! Блин, да что же мне так не везет? Ай, пофиг на всех. Моя распродажа все равно будет самой топовой. И никто мне не помешает. Тяжело. Только антиквариаты на свалке нашла. Вот это реально вещь из истории. Капец. Чё она там насобирала? Продам это все и начну собирать свою библиотеку. Жесть. Она чё, реально насобирала там что-то ценное? Куда? Офигеть. Мы должны ее остановить. Кто здесь? Какая же она тупая. Что? Где мой антиквариат? Теперь она не заработает ни цента, лохушка. Ну кто это сделал? За что? Покупайте все! Здесь только эксклюзивные вещи! Ева, а это надо? Фу, какой ужас! Где ты это взяла? Это же из твоего дома! Фу, какая безвкусица! Ей место на свалке! А, вот это ничего! Покупайте все! Я сегодня добрая! Моя подружка самая крутая! Интересненько. Теперь у меня денег больше, чем у самого певца Дилана. Заюш, тебя тоже зовут Дилан. Ага, только красивее. И не пою всякую фигню. Жесть, а у меня вообще ничего не идет. Конечно, кому нужен простой мусор? Хотя бы прикалываясь.
Так. Будет весело. Глядите, Дина что, совсем головой тронулась? Наверное. Интересно. Что? Офигеть! Да забейте, это прикол! Конечно, прикол! Картина известного художника Дони. Редчайший экземпляр. Я бы сказал, даже артефакт. И всего лишь за $1,000,000. Беру! Вы серьезно? Конечно! Я теперь владелец самой редкой картины! Муа! Очуметь! Она стала миллионершей! Бежим к ней! Диночка! Просто божечка! Теперь мы твои френдики! Теперь ты наша любимая блогерша! Спасибо, спасибо! Это какая-то сказка! Это трагедия! Ты забрала моих фанатов! Забрала моих друзей! Выбра! Ну все же! Дина, прости нас, мы тебя обидели! Отойди! Дай на бабки посмотреть! Простите, но мне надо идти! Я хочу завести! Ну кто ж знал, что наша Дина миллионершей станет? Согласна, Заюш, это просто улет. Может, прогуляемся, красавчик? Ну идем. Кисуль, ну что стоишь? Пойдем уже, кавалер. Диночка, я прочитал в новостях, что ты продала картину и стала миллионершей. Я всегда в тебя верил. Спасибо, Зак. Без твоей поддержки я бы не справилась. Дина, спасибо тебе, что открыла мне глаза. Я стал больше читать и интересоваться всем вокруг. Да ладно, мне не трудно. Я хочу исследовать этот мир вместе с тобой, Дина. Я тебя люблю. Пойдем скорее. Мне нужно столько всего тебе рассказать. С тобой куда угодно, любимая. Привет, пап! А ну стоять! Что ты устроила? Ну, пап, ты не видишь, мне плохо! Меня все бросили! Сейчас я сделаю то же самое! Зачем? Зачем ты стырила и продала мою дорогущую картину? Ну, пап, подумаешь, картина! Она стоила целое состояние! Ты никогда не поймешь цену деньгам! Иди живи к своей маме! Папа, я не хочу жить к маме! Она же бедная! Передавай ей огромный привет! И больше не звони мне! Ой, так ей надо! Обанкротила меня! Как он мог? Я не хочу становиться нищей! Ненавижу! Ненавижу вас всех! Ненавижу! Так, раз, два, три, сюрприз! Ого! Ты купила библиотеку? Да, Зак, это для того, чтобы мы могли вместе изучать то, что нам нравится. А еще вот... Телескоп? Спасибо, любимая! Теперь мы вместе сможем смотреть на космос.
Ну, привет. Соскучились? О, кто здесь? До встречи в следующей серии. О, Зак, кто это? Стоп, снято! Кто это был? Не знаю. Но он прикольный. Ага, прикольный. Ты чего, ревнуешь? Нет. Дурак. Лучше надо узнать, кто это был. Ребят, а как вы думаете, кто это был? Мне он понравился. Ладно, идем. Да-да. Девочки, угадайте, что только что было. Что? Мы увидели какого-то человека, парня. Да ну. Он сказал, до встречи в новом ролике. Что такое? А ты, ну, вообще не видела его? Ну, так. В целом, мне он показался прикольным. А давайте не о нем, давайте лучше комментарии почитаем под нашими последними видео. Давайте. Это будет поинтереснее. А ну, Ева, начинай. Так, Зак, ты такой добрый человек. Спасибо большое. Зак Раш, еще и добрый. Конечно. Это мы комментарии читать, а не мне комплименты делать. Ну, да. Давайте про других еще здесь. Спасибо большое. Такие же вы классные. Спасибо. Давайте голосовать. Нейт и Крис. Пишите в комментариях, кто лучше. Ну, я за Криса. Я за Криса. Крис лучше. Если что, Ариэль и Крис была лучшая пара вообще. Ариэль и Крис? И Крис. Лучшая пара, да? Ну, да. Как тебе это? Мысля. Ну. А по-моему, Ева и Крис. А по-моему, да. Да. Это да. Или Кэсси и Крис. О-о-о. Не понял. А может, Ева и Нейт? Нет. А нет, ладно, хорошо. Все у меня в районе любят Тим-Тим. Может, желает. А у меня комментарии про школу. Рекомендуйте нас своим друзьям. Да, все у меня в школе. Ставьте нам лайки. Так. Самая любимая это Тина, но я люблю всех. Спасибо большое, мы вас тоже все очень любим. Ева и Кити очень хороши. Читать еще не научились, но... Да, ну это хороши. А, моя Тиночка самая любимая, ты со много сердечек. Тиночка, я тебя люблю, много сердечек. Я вас тоже очень люблю. Так, а теперь пошли делать домашку. Let's go. Так. Ставьте лайк, если любите маму. Поставим маму, поэтому мы ставим лайк, и вы ставьте лайки. Кордечко за маму. Поставить нет. Да, я счастлива, если вы счастливы. Вы лучше снимите видео четвертую часть. Ты подожди. Ну, сказали комментарий. Я счастлива, если вы счастливы. Мы очень рады, когда мы приносим вам радость, что мы повышаем вам настроение, потому что, ну, мы очень стараемся для вас. Вы лучше снимите четвертую часть про мой парень-вампир. Заметьте. Мы подумаем. Так, снимите, пожалуйста, видео «Богатая некрасивая» и «Бедная красивая». Ну, а у нас нет некрасивых. Да, у нас нет некрасивых. Люблю вас всех, особенно мальчиков. Мы вас тоже любим. Вот так вот на крупное нам сердечко. У кого самый любимый актер? Кристина, у меня Синди. Мы обязательно передадим Синди. Привет. Синди, привет. Я ваша фанатка в ТикТок. Спасибо вам большое, что вы старались. Пожалуйста, подписывайтесь на наш ТикТок, Инстаграм у нас еще есть. Мы там время от времени что-то интересное постим. Ссылочки в описании на канале. Ну, найдете. Прическа Тины очень красивая. Спасибо, мы очень рады, что вам нравятся наши прически. Мы стараемся. Да. Ева, ты и Дилан не подходите друг к другу. Ну, ладно. Вот, блин, ужас. А я так расстроилась очень сильно. А почему такая реакция? Я думаю, даже очень вы сочетались бы. Да, я тоже так думаю. Тина и Кэсси как сестры. Они очаровательны, кто со мной согласен? Согласны, да. Ну, мы действительно с Кэсси чем-то, возможно, похожи, что мы прям как сестры. Если ты не гласна, то ты согласна. Возможно. Лучшая пара – это Китти и Дилан. Я согласен полностью. Китти и Дилан. Да, хорошая пара, мне эта пара. Да, неплохая. Напишите, какая ваша любимая пара в комментариях. Да. Мы обязательно потом поотвечаем. Ева, я скучала по тебе. Ты куда-то уходила? Да. Ладно. Ева завидует. Да, завидую. Китти
Понятное дело, я завидую. Ну как им завидовать? Но она ж... Ой, она ж Китти. Вот это вот очень хороший комментарий. Я сегодня заболел, и мне нравится продолжать смотреть ваши видео. Мне становится лучше. Мы рады, что даже несмотря на температуру, вы продолжаете смотреть наши видеоролики, особенно если они делают ваше самочувствие лучше. Просмотрите весь канал, и тогда вы лет на 10 болеть не будете. Лет 10 болеть не будете, да. Нам передают привет из Сальвадора. Мы вам тоже передаем привет из Сальвадора. Ой, не слышу. Тина передаем. Тина передает привет вам. Сальвадору. И передаем привет Сальвадору. Хотя Ева моя любимица, она завидует. Да. Ева такая эмоциональная, я удивлен. Я тоже поражаюсь. Ты Тиму слушал? Что ты слушал Тиму? Ну все, уже. Насколько Ева эмоциональная, это очень классно. Да. Актриса у нас хорошая. Я люблю Элис. Она моя любимая актриса на Тинтине. Мы обязательно передадим привет Элис и скажем ей ваши комментарии. Ребята, пишите в комментарии, которые мы читаем, как вы видите. Нравится ли вам эта наша новая рубрика? Нравится ли вам? Я надеюсь, ли вам рубрика нравится? И нам, рубрика и вам. Ли комментарии. Пишите, какие ваши любимые видео, какие вы хотели бы видеть чаще. И также, как сказал Зак, мы читаем все ваши комментарии, поэтому пишите их как можно больше. Домашка сделана, комментарии прочитаны. Давайте поиграем в Элис! Слава Украине! Да, Зак, что я тебя внимательно слышу? Нам надо разобраться, как мы делимся на команды. Я предлагаю... Мальчики против девочек. Давайте, хорошо, я не против на самом-то деле. Давайте, у нас есть две команды, пираты и лидеры. Кто пираты? Я за пиратов, я хочу пиратов. Кто лидеры? Давайте мы будем лидерами, потому что мы потому что началось. А кто это? Сейчас пираты. Пираты. Я объясняю. Да, я слушаю. Потом? Да. Раз, два, три. Значит, такой эффект. Бабочки? Да. Усейн. Бол? Да. У тебя хорошая, когда много знаешь. Ум, разум. Ну только, типа, что-то, короче, на телефоне 365 гигабайт. Память? Да. Коровка подоила и там. Молоко. Стой, тихо. Большой, слов. Запас. Да. В магазине, когда акция, это по-другому. Скидка? Да. Фух, боже. Вот кто? Пират. Мне плохо. Семь слов! Ты объясняешь, а я уже говорю. Так, хорошо. Знаете, что обычно вешают на уши? Лапшу? Да. Такая штучка, знаете, махать, когда шапка. Веер. Так, лесо. Ключик. Замок? Да. Знаете, то, что на гитарах там бывает. Струны? Да. Привет! Такой большой дядь! Кабан! Нейк! Бигбой! Это неправильно было! Это было неправильно! Минус один балл! Хорошо, минус два. Так, рисовать. Кисточка. Нет, цветов. Краски. Палитра. Да. Какая у меня? Ой, такой не знаю. Мне тоже послышалось. Есть два роста, есть? Фигурочка, да. Так, вот заканчивайте там, не знаю, школу, диплом. Не-не-не-не-не. Ближе. Человек, который! Человек! Да! Там минус 2. Минус 2. Хорошо. Ну, во-первых. 8. Хорошо! 1 балл! Это ничего не значит. Теперь я тебе объясняю, Нейт. Ты готов? Да. Да, Зак. Хорошо, я готов. Так, раз, два, три. Что за слова? В машине вешают, когда на дачу едут. Брелок, ключ, сигнализация. Нет, сзади, чтобы много вещей перенести. Багажник, прицеп. А вот еще прицеп.
Губы красят девочки. Помада. Молодец. Вот есть как бы .com. Что это название? Ну, сайт. Да, сайт. Смотри, берешь рюкзачок и идешь в лес на неделю. Походка. Молодец. Из клубники на блинчики мажешь. Джем, варенье. Да. Смотри, есть солнечная система, а есть... Галактика. Да, молодец. Есть вопрос. Ответ. Ага. Есть тарелка, есть еще вот... Чашка. А вот только без уменьшительного ласкательного. Ну. Чаша. Да. Вот вредители только по-другому. Паразиты. Да. В чем спишь? Одежда, в которой спишь? Пижама. Молодец. Вот мы кто с вами? Друзья. Нет. Команда. Семья. Есть старые люди, а мы? Коллеги. Даешь? Молодежь. Молодец. 11 слов! Ой! Ой-ой-ой! Мы вас сделаем, давай. Давай. Послушай, как вы нас делаете. С закрытыми ушами. Готовы? Я бы следил за счетом ответа, если честно. Я слежу, не переживай. Когда ты несешь какой-то полный бред. Так, я супер звезда. Нет, стар. Тогда... Насильный! Нет, Супермен, супергерой. Герой, да. Ой, господи. Мама и папа, да. Губка. Вообще ничего не знаю. Там что-то чинят, там может... Сантехник. Нет, это помещение. Все, пока. Пока. Когда нам нужно... Нет. Ла-л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 а-
нет, нет. Вот. Выстрел. Да. Ой, боже, девочки. Зубная паста. Да. Фоткаем. Это что? Ариэль, а мне кажется, посмотрим. Фоткаем. Фоткаем. Фотоаппарат. Все, пока. Ой. Давай увидимся. Не получилось. Все. Шесть. Ой, 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 а кто победил? Ничего! Девочки, вы нас покупаете сегодня. Сегодня я хочу пиццу. А я бургер. Пепперони. Пепперони и вот на эту бургер. А с вами, друзья, с вами мы прощаемся. Надеюсь, вам понравился наш новый формат, который мы будем стараться делать как можно чаще. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мойте руки с мылом. А вы ждете ваши любимые блуперсы? Тогда ловите. Ау, мамочки! Да давай, не ржи. Отдай! Опа! Сузак еще тут! Затяняй, я что-то говорил. Где куча-куча звезд и планет? Вау, как интересно. Расскажи еще что-нибудь. Певца Дилана я знаю. Песни у него прикольные. Он даже чутка на меня похож! Офигеть! Теперь она заработает не цента. Что? Заработает не цента?